семенами. Просто поработать надо. Надо просто на это обратить внимание. Я экспериментировала, например, в школе, да, в школе. Новый класс. Заходишь в класс и говоришь, меня зовут так-то. Все, вот когда первый раз приходишь, меня зовут вот так-то, так-то. Да. Все запомнили, да. Ну, кто-то, все сказали да, понятно. Кто-то запомнил, кто-то вообще не обратил внимания, как тебя зовут. А я начинаю знакомиться с классом. Каждый встает, да. Называет имя. Все. Да. Все. Занятие заканчивается. Я спрашиваю, кто помнит, как меня зовут? Редко там. Начинают такие глаза открывать. А я сейчас вас всех назову. Да. Не запомнила. И все, и быстренько называю. Вот ты это, вот, да. Вот тогда глаза у людей расширяются, и им хочется уже запоминать точно так же. И они начинают заниматься уже более активно. То есть, когда человек представляется, ассоциации делать, вот, либо с переводом связывать, либо по звучанию что-то. И зацепочку какую-то. Где-то вот, допустим, Оля, да, одну там, одну нимф нарисовали, второй там, допустим, ворот у ней круглый, буковку О себе заходит. Так как потом вспомнить, что этот нимф связан с Олей, а не с Петей? Так вы на конкретного человека его надели-то. Нимф-то. Ну, на конкретного. Ну, а потом увидит человека, но идет ему нимф или нет, он или нет. В общем, пока нет. Нет. Дело в том, что вот эти все зацепочки, они как переходничок такой маленький. То есть они нужны на какое-то определенное время. То есть вы же, когда человека, да, если вы запомнили, как его зовут, вы же 10 раз потом его специально не запоминаете, вы просто знаете, как его зовут, и все. Ну, то есть вот эти приемчики, они нужны вот на какой-то переходный моментик такой. Потом это вспоминается уже автоматом, и все. Уже не число пи до 30, да. Да вот если там Наташа мысленно, то есть такое выражение, Наталья столько Италии, да? Вот мысленно взять на нее там такой какой-нибудь тоненький ремешочек, так раз затянуть, как эту. Вот картиночку такую себе сделали, и все. И потом вспомните, что вы ремешочек на нее накидывали и затягивали, делали ей вот такую вот тонкую-тонкую талию совсем, например. Да. Это образность еще. Вот раскачать надо образность.